Подпишись и поставь колокольчик. А мы начинаем. Приятного просмотра. Всем огромное. Я вам покажу, как же изменить дату и время. Извините, что у меня такой голос немножко припухший. Что мы все, ну, я как бы поболела немножечко. Ну, да ладно. О, извиняюсь еще раз. Вот. Так вот, я сегодня покажу, как, ну, как что сделать. Поехали к ролику и приятного просмотра. Что мы с вами делаем? Берем настройки, смотрим, то листаем самый низ, система, ну, у вас это может по-другому называться, не знаю, может быть, о телефоне, а у меня есть о телефоне, нет, у меня нет об этом, поэтому я не, а, ну вот, мой телефон есть, вот, короче, система. Что мы с вами делаем? Мы нажимаем «Система», и вот тут в самом низу, вот где язык, в самом верху, извините, в самом верху, тут мы видим «Дата и время». «Дата и время», и тут мы можем изменить время. Да, вот, но мы сейчас, ребята, с вами изменить, в принципе, не можем, потому что у нас синхронизированное время по сети написано, поэтому... Смотрите, сейчас время 14.07. Ну, наверное, 14.09, сейчас 14.09. Ну, нет, сейчас 14.07. Во. Сейчас, ребята, сейчас будет 14. Сейчас, ребята, я вижу на часах. На часах 14... Ну, кажется, 14.08 в целом. Угу. И дата. Сегодня март 23, а вот 14. Вот. И синхронизировать время по сети пока что пишем. Ну что ж, я вам показал, как сделать. Еще раз делаем. Всем пока. С вами был Женя 209. И сегодня, кстати, будет по Shuffle Dance урок часть 2. Всем пока.